Здравствуйте, мои прекрасные зрители, приветствую вас на своем канале. Ну что ж, время 8:30 с чем-то, и я уже отвела Данечку. Сегодня мы были все большие молодцы, мы очень быстро собрались. И, кстати, в заключительном видео о гречневом марафоне я очень хотела сказать вам о тех 10 минутах, которые у меня высвобождаются всегда, просто потому что после гречневого марафона, что называется, хотите верьте, хотите нет, я начинаю просыпаться гораздо раньше, делаю это самостоятельно. Это значит, что я могу либо встать и сделать какие-то дела свои, привести себя в порядок, накраситься, хотя сегодня не накрашена, но что-то сделать, либо Данечку чуть-чуть пораньше разбудить, и мы собираемся всегда спокойно. Я тоже рассказывала про свое утро, у меня никогда нет спешки, даже если мы просыпаемся в обычном режиме, но вот уже давно мы просыпаемся чуть раньше, соответственно, сегодня мы очень рано отвелись в детский сад. Сегодня я хочу поехать и сделать шопинг в супермаркете, но я снова обнаружила, что я, как всегда, без денег, потому что я без сумки. И вот что у меня есть сегодня, это мелочь, которая обычно остается для парковки. Но я все возьму в карманчик, какие-нибудь 10 евро наберутся. Я, на самом деле, хотела уже очень давно заехать в супермаркет и выбрать себе средства для стирки, средства для уборки, что-нибудь вкусно пахнущее. Очень хочу найти Pantene Pro-V в большом формате, потому что, ну, прям-таки запало мне в душу это чистящее средство. Но если нет, куплю то, что куплю, обязательно вам покажу. Сейчас среда, сейчас... Ну что ж, сейчас утро среды, помимо того, что мы с Данечкой успели спокойно собраться, я также успела выложить видео. Это было заключительное видео о гречневом марафоне, который прошел. Большое спасибо всем, кто составил мне компанию. И только что я выключила телефон и прочитала уже первый комментарий, и мне захотелось ответить на вопрос о том, сопротивляются ли другие члены семьи моим теориям в питании, изменению в том, что касается моего рациона, ну и также эти изменения произошли, конечно же, в рационе детей. Могу сказать, что сначала муж не заметил, а когда заметил, когда я попросила, потому что всегда он совершает покупки в супермаркете продуктов, когда я его попросила больше не покупать молоко, больше не покупать йогурт, больше не покупать сыры и так далее, он, в общем-то, удивился как минимум, и когда я сказала, послушай, давай попробуем, 10 дней уберем и посмотрим, что получится, но опять же, мой муж видел, что произошло со мной. Мой муж лично, потому что Данечка был маленький, у меня не было возможности ездить в аптеку, он лично покупал мне постоянно эти капли, и когда капли не были куплены, он садился в машину, если, допустим, они заканчивались, и вечером ехал мне их покупать, потому что я не могла спать, настолько была сильная заложенность носа. Когда я предположила, что и у детей пройдут их проблемы с носом, с насморком вечным, с кашлем, в общем-то, он достаточно легко согласился, тем более я ему сказала, давай 10 дней, и мы посмотрим. И за 10 дней ушли не просто насморки, которые выражаются, допустим, в чем-то очень легком, полупрозрачная жидкость из носа, нет, ушли прямо такие вот эти насморки, которые уже имеют совершенно другое выделяемое, которое любая мама знает, это, в общем-то, от шага мы находимся от отита, бронхита, ну и от всех вот подобных прелестей, поэтому мой муж совершенно спокойно реагирует на то, что мы поменяли рацион. Более того, я много раз рассказывала, что когда еще Егор был маленький и когда мы не прошли вот этот весь ряд анализов, когда ему было поставлено глютеновое непереносимое, я, в общем-то, наверное, с малых лет заметила, что он плохо реагирует на печенье. И в рационе Егора никогда не было вот этих сладостей традиционных в виде печенек, в виде хлеба. Дома он никогда этого не ел. И вот здесь постоянная была борьба со всеми родственниками, потому что, ну, думали, что я очень сильно его ограничиваю. Но я на самом деле сама не предполагала, что дело в мучном. Я думала, что дело просто в сладком, в сладкой продукции. Хотя хлеб тоже был исключен, и пасту, то есть макаронные изделия, я тоже давала ему по минимуму, но потом подтвердилось, спустя достаточное большое количество лет, где-то 8 лет нам поставили уже диагноз, да, глютеновая непереносимость, мы могли пойти дальше и сделать еще ряд анализов, нам сказали, что этого можно не делать, потому что если даже глютеновая непереносимость имеет место, даже если нам поставят другой диагноз, челиакия, это, в общем-то, в обоих случаях будет означать диету, но менее жесткую в первом случае, а поскольку симптоматика была очень и очень у Егора выраженная, то, в общем-то, Егор вышел сразу на жесткую безглютеновую диету. Поэтому уже случай подобного смены рациона в данном случае одного ребенка имел место, когда просто моя наблюдательность дала возможность ему чувствовать себя лучше, потому что когда я убрала все мучное, я рассказывала, прочитала статью,
Егору вот буквально через 2 дня стало гораздо легче, и у него ушла вся симптоматика, я не боюсь об этом утверждать. И мой педиатр, когда я ему сказал, он говорит, да, говорит, очень часто вот просто смена рациона у ребенка с глютеновой непереносимостью либо с челяки дает мгновенные результаты по улучшению. Он говорит, я вполне вам верю, что за неделю у вас, в общем-то, картинка поменялась на 180 градусов, так произошло в нашем случае. Но и также произошло с рационом детей, в общем-то, мой муж видит, как они себя чувствуют, мой муж помнит, как они болели, опять же, не просто частота заболеваний, а тяжесть, как происходили эти заболевания, мой муж все это помнит, он присутствовал при этом, соответственно, в общем-то, у моего мужа нет никаких сомнений. Поменял ли свой рацион мой муж? Частично, да, мой муж стал есть гораздо меньше мяса, мы попробовали исключить мясо из его рациона, но у него, что называется, не пошло, он действительно чувствовал себя хуже, может быть, это было начало, он не захотел продолжать, но поскольку он человек, который занимается, посвящая достаточно большое время физической нагрузке, то, в общем-то, здесь мы настаивать не стали. Ну что ж, я отправляюсь в супермаркет, денежки, которые у меня есть уже в кармане. Дорогие зрители, я часто слышу в комментариях, что многие считают меня очень-очень странным человеком, но могу сказать, что у меня есть определенная странность, я никогда не трогаю деньги руками, без перчаток, незащищенными руками, если так можно сказать, по причинам гигиеническим, конечно же, но и по причинам энергетическим точно. Я совершенно могу про себя сказать с уверенностью, что я человек с какой-то, наверное, тонкой энергетикой. Кстати, очень многие зрители мне написали об этом, почувствовали эту мою особенность, она у меня действительно есть. И я как представлю, сколько энергетики в этих монетах, я на самом деле не готова трогать их руками. А если случается, что деньги я трогаю руками без перчаток, я сразу же мою свои руки. Дорогие зрители, в связи с тем, что в супермаркетах обычно достаточно громко и явно играет какая-нибудь хорошая ритмичная музыка, чтобы мы бодро все покупали, мне приходится удалять звук и накладывать свой голос поверх уже дома, не в процессе непосредственно съемки, потому что иначе я могу нарушить чьи-то авторские права. В супермаркете обычно я не теряю бдительности, я точно знаю, что я хочу, редко останавливаюсь у тех вещей, которые меня не очень интересовали изначально. Цветы, как правило, являются исключением. Покажу вам огромный выбор экзотических фруктов и овощей. Кстати, наконец-то взяла пакетик, переложила денежки, чтобы в кулачке их не держать. Руки у меня стали несколько более свободны, это гораздо удобнее в процессе съемки. Можно найти все, что только душа твоя пожелает, но я это называю пластиковая клубника, пластиковая черешня в разгар зимы. Я много раз рассказывала и говорила, и объясняла, почему мы не покупаем ни себе, ни нашим детям ничего вкусненького из того, что не по сезону. Поэтому клубника, дыня, ананас и все, что только можно себе представить, все то, что, конечно же, хочется поесть, попробовать, мы все это не покупаем, избегаем, и я всегда очень-очень тщательно исследую этикетки и смотрю на страну производителя, потому что если страна-производитель не Италия, а даже ближайшая соседняя Испания, это значит, что фрукты и овощи, скорее всего, были обработаны, чтобы в целости и сохранности доехать до Италии, до супермаркетов, в которых я и собираюсь их купить. Я в отделе, который непосредственно меня интересовал, это шампуни, к сожалению, шампунь Pantene Pro-V, тот формат, о котором я говорила, макси-формат, такое ощущение, его больше не выпускают, возможно, его выпустят к лету. Я просто сравниваю цены между гелем для душа и жидким мылом и беру то, что, в общем-то, стоит дешевле за литр, потому что если вы научитесь читать этикетки, вы увидите, что особой разницы нет. Отдельно хочу сказать про гель для душа и про пену для ванны. Пена для ванны имеет тот же самый состав, что и гели для душа, с тем самым небольшим отличием, что добавляется специальный компонент, который не позволяет так пениться продукту. Соответственно, в общем-то, если вы берете пену для ванны, вы можете просто разбавлять эту пену для ванны, использовать для уборки, использовать для стирки. Этого продукта вам хватит дольше. Вода, которой вы разбавите ваш продукт, сыграет роль того компонента, забыла, как он называется, который традиционно добавляют при тех же самых агрессивных павах, самые обычные шампуни, гели для душа и часто даже гели для интимной гигиены. В торговом центре напротив супермаркета находится неплохой магазин с очками. Очень-очень он мне нравится. Практически все свои очки я именно там и покупаю. Сегодня никто не обращал на меня внимания. Кстати, вот моя покупочка в руках. Оставшиеся денежки. Я примерила 2 пары очков, смогла себя заснять. Обычно снимать нельзя в магазинах. Мне понравились вот эти 2 пары. Одна очень-очень похожа на Ray-Ban, которую я перестала покупать. А другая тоже похожа на Ray-Ban, но мне показалось более удобно, потому что более легкая оправа, хотя мне кажется, что первая оправа мне шла больше. Вот эти 2 оправы рядом друг с другом, как вы считаете, какая более красивая? Не знаю, мне понравилась голубая. Необычная, более легкая,
Хотя другая тоже очень красивая. Ну что ж, вот мои покупки, я все пакую непосредственно вот в такую коробку. Кстати, я часто с ней хожу за покупками, это коробка из биомагазина. И вот у меня остались покупки, недавно тоже заезжала. Это зерно, которое я проращиваю, купила также спирулину, буду добавлять в гречку, в рис детям, если они согласятся есть зеленый рис, посмотрю, как пойдет. И купила также попкорн, я делаю детям попкорн часто на завтрак, добавляю потом кокосовое масло и добавляю потом корицу. Иногда добавляю соль, иногда добавляю сахар, но сахара давно в нашем доме нет, кстати, вот мелочь, которая у меня осталась. Я добавляю часто мед, поверьте мне, получается очень-очень вкусно, потому что мед, отчет, сколько я потратила, евро 60. Я часто добавляю мед, потому что впитывает попкорн мед, получается очень вкусно. А это я уже приехала домой, переоделась, мой муж слева от меня надевает ботинки, я уже у лифта, вот такая я красивая, модная, все, поехала в Падую снимать. Сразу скажу, что сегодняшний падаванский стрит-стайл очень-очень удачный, потому что, ну, действительно, чувствуется весна. Весна чувствуется прежде всего, вы не поверите, в обуви. Очень многие переобулись. И посмотрите, я встретила девушку, попросила разрешения снять ее обувь, она мне сказала, я знала, что многие будут интересоваться моей обувью. И она, в общем-то, я ее даже не просила, показала мне производителя. Вот кому интересно, эту марку я вижу впервые, кому интересно, вот такая классная обувь, такая классная марка, даже не знаю, сколько стоит. А потом я зашла погреться в магазин, который я для себя называю, который на самом деле называется «Все для дома». Я же его называю «Все для того, чтобы захламиться». Ну что вы думаете, я встретила вот такое ведро, долго-долго на него смотрела, такая хорошая система, крутится, отжимает, и вот рядом стояла еще швабра, которая, по всей видимости, должна собирать крошки, но я ее протестировала, эту швабру, и тот мусор, который был рядом, не собрала эта швабра, поэтому, в общем-то, я не очень бы ее советовала покупать, а вот эта система, ну, мне очень понравилась. Я крутила, крутила, вертела, а потом я вспомнила, когда уже согрелась, что, в общем-то, я без денег, как всегда. Но в итоге от этой покупки я отказалась, потому что, вот, кстати, я тестирую эту щетку-швабру, не уверена, что она будет что-то собирать, хотя, если у вас маленький ребенок и крошки под столом остаются после каждого приема пищи, почему бы не попробовать, эта швабра стоила 9 евро. А на это ведро я смотрела, в итоге я его не купила, потому что это вещь-дубликат. Ну что ж, дорогие зрители, вот такой влог у меня получается. Я вернулась из Падуи, сейчас поеду, заберу Данечку и потом, что называется, понеслась. У любой итальянской мамы, либо просто мамы, которая живет в Италии, имеет одного либо нескольких детей, помериджо, то есть после обеда, этот период самый-самый интенсивный, потому что детские секции, забор, возможно, двоих детей из разных садиков, либо из садика и школы. И у меня точно так же, сейчас мы пойдем с Данечкой на прогулку, потом я приеду, буду готовить, кстати, буду сегодня готовить. Что же, часто меня спрашивают, что же ест мой муж. Мой муж сегодня сказал, я буду с тобой капусточку. А в капусточку я покрашу еще лучок. Прямо-таки очень-очень захотелось. Но на прощание хочу дать вам два лайфхака, которыми пользуюсь сама очень часто, но, возможно, забываю вам об этом рассказать, ни разу не рассказывала. Первый лайфхак, если вы носите украшения золотые, либо золотые плюс камень, либо любой драгметалл плюс камень, безусловно, жемчуг является исключением. Я чищу таким образом свои украшения. Могу сказать, что чистить украшения – это очень-очень важно. Они действительно по-другому блестят. Неважно, есть камень либо нет камня, действительно украшение блестит по-другому, когда оно помыто. Лучший способ помыть украшение – это развести небольшое количество самого обычного средства для мытья посуды, потом добавить необходимое количество воды, немного нам понадобится, в пену взбивать ничего не потребуется, я туда кладу обычно свои сережки и обычно кладу свои кольца. Поверьте мне, блестят они гораздо-гораздо блестючие, если так можно сказать, после вот такой нехитрой процедуры, потом просто вынимаю, через 15 минут промываю водой. Но также хотела сказать, я знаю, многим понравится моя прическа, с которой я сегодня ездила в Падую. На самом деле, здесь есть две хитрости. Первая хитрость – это резинка. Я летом показывала, что я наделала себе самодельных резинок. Вот голубая резинка, кто-то даже помнит, это резинка, которую я сделала из ненужной лямки для купальника. Если у вас ненужные завязки на бикини имеются, тоже можно отрезать, потому что вот такие завязки оказались для меня на вес золота. Раньше я их выбрасывала, теперь всегда режу из них резинки, а также резинку под пояс. Тоже много раз об этом лайфхаке рассказывала. Зачем это нужно? Вот эта резинка у меня покупная, она не держит. Я сегодня себе вот такой высокий пучок сделала, а когда в Падую приехала, мой пучок уже спустился куда-то в район вообще прям такие затылка-затылка. Учитывая, что также у меня еще был платок, могу сказать, что плотная резинка – это очень важно, если вы хотите носить пучок, неважно, высокий, либо не такой высокий, как у меня сейчас, плюс платок, потому что платок стягивает, конечно же, под своим весом стягивает и пучок ваш также. Поэтому сделайте
себе самодельные резинки из детского носка, из каких-то ненужных колготок, потому что как раз-таки в этой прическе очень важно, насколько крепко будет держаться ваш пучок плюс платок. По поводу платка могу сказать, на мне сейчас платочек, кто-то даже помнит, я его на рынке купила, мне кажется, за 5 евро, но на рынке можно купить у нас и за 1 евро. Платок тоже много раз показывала. Этот платочек у меня Hermès, и могу сказать, что Hermès сделан из шелка платок, и шелк очень-очень-очень сильно тянет, он тяжелый. Во-первых, есть риск потерять такой платок. Крепите его хорошо, если вы дорогой платок используете для вашей прически. Я несколько раз теряла, что с сумки платок, потому что шелк очень скользкий. Его необходимо крепить вокруг ручки еще резинкой. Тоже показывала, как это можно сделать. Давайте еще раз покажу. Вы закрепили на ручку, а потом вот таким образом вы закрепите еще платок обязательно. Не будет видно, если вы сделаете какой-нибудь ложный узел, но зато вы точно платок не потеряете, либо меньше шансов будет его потерять. Соответственно, даже самая обычная резинка все это смотрится и крепится надежнее. Точно так же необходимо шпильками закрепить платок, тем более, если он у вас шелковый, тем более, если он у вас дорогой. Но могу сказать, что полиэстер ведет себя на волосах в такой прическе гораздо лучше, потому что полиэстер гораздо легче. Он не тянет то, что кот наплакал кому-то, а кому-то, в общем-то, и скупая кошачья слеза спустилась. Если волос у вас так же мало, как у меня, они такие же тонкие, как у меня, то, в общем-то, вам любой вес в виде платка, в виде каких-то заколок совершенно не нужен. Поэтому имейте в виду, полиэстровый платок для вас выход. К счастью, сейчас можно их купить везде, везде в большом количестве. Ну что ж, вот такой влог у меня получился. Желаю вам всем хорошего дня. Спасибо, что это видео посмотрели. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.